Тему о комфорте в пассажирском транспорте Караганды сегодня обсуждает почти каждый житель нашего города. Еще летом прошлого года участники местной музыкальной группы «Кукумбер» сняли клип под названием «Маршрутки». И вот спустя полгода композиция не потеряла свою актуальность. Как рождалась песня о маршрутном такси, узнавал Николай Кравец. Толстая тетка кондуктор, у ней покупайте билет. Мелочи, полная сумка, купюры на сдачу нет. Сама идея клипа пришла участнику группы «Кукумбер» Владимиру Рябцеву после каждодневного пребывания в маршрутках нашего города. Его настолько вдохновили все поездки в пассажирском транспорте, что он решил написать текст и музыку к песне. Существует теория, что эта музыкальная композиция послужила началом для создания проблемной ситуации в общественном транспорте сегодня. С транспортом для съемки клипа история достаточно тривиальная история. Просто мы наткнулись на подходящую маршрутку в ее состояние внешнее, равно как и внутреннее, было очень кстати как раз для съемок клипа то, что нужно. И так уж сложилось, что водителю было нечем заняться, видимо, и он решил нам поспособствовать. Там в машине много, влезет хоть 100 человек, вас развлеку. Все, что сейчас происходит в маршрутках, можно увидеть в этом музыкальном клипе, считает другой участник группы Руслан Саздыков. Песня состоит из общения пассажира с кондуктором и ситуаций, которые возникают в транспорте каждый день. Его нового, по сути дела, не услышишь, но оно как-то в доступной музыкальной форме все в эту форму облечено. И, а как эту проблему решить? Честно говоря, я не знаю, как эту проблему решить в данный момент, потому что, наверное, есть для этого более умные люди, нежели я. Ну, плюс я не настолько заинтересован лицо, поскольку я, ну, как-то за рулем. На камеру снимал клип один из музыкантов группы Вячеслав Бибаев. Ему хотелось сделать так, чтобы в маршрутке было весело и ничто не омрачало хорошее настроение. Мы пытались сделать так, чтобы в проезде в нашей маршрутке было немного веселее и приятнее. Но, конечно, работать сложно, когда столько девушек танцующих, но было бы неплохо, если бы так было во всех маршрутках. Я бы заплатил тогда больше за проезд. Раза в два. Три. Уважаемые жители Карагандинской области, пусть в ваших маршрутках звучит только хорошая музыка. Группа «Кукумбер» специально для вас. Если проблема была только в музыке, то проблем в пассажирском транспорте шахтерской столицы стало бы меньше. Николай Кравец, Айрат Рашитов, Бахтияр Оспанов, Первый Карагандинский.